Всем привет! Это дизельный LX, и поверьте, вы почти ничего о нем не знаете. Вы думаете, что он суперкомфортный на любых дорогах? Нет. Вы думаете, что он вообще не тормозит? Ошибаетесь. Слышали, что он экономичнее бензинового 570-го? Не-а. Знаете, что это супер внедорожник? Но это не так. А еще все просто уверены, что он ужасно управляется. А я бы так не сказал. А еще говорят, что он вообще не ломается. Ну, это почти правда, но тоже с оговорками. Да, этот LX, несмотря на все его рестайлинги, старый как говно мамонта. И казалось бы, о нем уже все сказано и пересказано, но в этом обзоре даже владельцы Lexus услышат для себя что-то новое. И хорошее, и плохое. Я взял его на длинный тест-драйв для того, чтобы наконец-то объективно рассказать вам, почему я бы его себе не купил. А для того, чтобы понять тех, кто покупает, мы отправились в Днепр. Я расскажу, чем он проигрывает двухсотки и чем лучше немцев даже в городе. А еще мы выясним, как оптимально защитить его от угона и посчитаем, сколько нужно вбухать в него денег, чтобы получить идеальный автомобиль. Ну или почти идеальный. Ведь вы, конечно, знаете, что идеальный может быть только Camry 3.5 сороковка. Итак, мы начинаем. Но сначала поставьте видео на паузу и обязательно подпишитесь на наш канал, потому что этот обзор далеко не самый интересный из того, что мы снимали и планируем снимать в ближайшее время. Поэтому прямо под видео есть кнопка, а рядом с ней колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых обзорах. И еще. Налейте себе, пожалуй, чаю. Разговор у нас будет длинным, а начнем мы его вообще с истории, без которой понять этот автомобиль невозможно. Как вы знаете, после Второй мировой восставший из ядерного пепла японский автопром показал Кузькину мать буквально всему миру. А величайшим его творением, безусловно, стал Land Cruiser. Феноменально проходимый и невероятно надежный трактор оказался нужным абсолютно всем, от американских военных до канадских дровосеков. Покупали его и простые американцы, которых надежность японских машин заставила быстро забыть все обиды за Перл-Харбор. Но успехов в классе недорогих авто Toyota было мало, и в конце 80-х они взялись в США за быстрорастущий сегмент премиальных автомобилей, создав свой суббренд Lexus. Первой торпедой в 89-м стал седан LS400, быстро подвинувший на рынке 126-й S-класс и семерку от BMW. Затем 250-й ES и спортивное купе SC400 с 4-литровым мотором от LS и разгоном до сотни за 6,9 секунд. В 92-м Lexus становится самой популярной импортной маркой в США, опередив BMW и Mercedes. А в 93-м презентуют GS300 с дизайном от Giorgetto Giugiaro. При этом марка ежегодно лидирует в рейтингах надежности. В итоге к середине 90-х местные автопроизводители предсказуемо взвыли, а правительство заговорило о 100% пошлинах на проклятый японский люкс. Но прикол в том, что включили они в этот список только легковые автомобили, поскольку класса люксовых SUV тогда вообще не было. Японцы запаниковали и истерически схватились за последнюю соломинку. В итоге первый LX стал, пожалуй, самым быстророжденным японским автомобилем. Тойотовцы схватили то, что было под рукой – 80-й крузак, который в тот момент уже тремя колесами стоял в прошлом. Влепили ему новую решетку с буквой L, чуть распустили подвеску, добросили шумки и в 95-м отправили в Штаты, назвав 450-м LX-ом в честь 4,5-литрового мотора 1FZ, стоявшего под капотом 80-ки. Ну и прибавили к 40 тысячам долларов, которые просили тогда за обычный Land Cruiser, еще 7. И что вы думаете? Пошел как дети в школу. Он сходу порвал Range Rover и стал самым продаваемым люксовым SUV в США. Не очень свежий, не очень большой и не очень-то мощный двухмостовой 80-й крузак, затянутый в кожу, оказался на голову комфортнее, а главное надежней всех местных конкурентов по езде, в то время больше напоминавших грузовики. Первое время Toyota даже не справлялась со спросом, и LX нужно было ждать 2 месяца. Невиданное на то время неудобство. К слову, пошлины американцы тогда так и не ввели, но японцы отказываться от LX уже не собирались.
спокойной атмосфере за пару лет они склепали новое поколение на базе представленной в 97 году сотки. LX470 на тот момент был просто машиной из будущего. Передний мост заменила независимая подвеска, межколесные блокировки стали электронными, гидравлика меняла клиренс и адаптировалась к условиям езды, руль уже умел менять остроту, а на лобовое стекло проецировалась картинка с инфракрасной ночной камеры. Впервые в автомобиле. Ну а под капотом стоял уже теперь легендарный миллионник 2UZ. К тому же спутать машину с крузером было уже чуть сложнее. Но стать в этом классе абсолютным монополистом Lexus'у помешало появление в конце 90-х первых поколений Escalade и Navigator. Да, они были не такими комфортными и не такими технологичными, но, похоже, таки пробудили в американцах патриотизм. Тем не менее, 470-ка стала самым успешным поколением LX на рынке США и вышла на другие рынки, в том числе и к нам. Лишь спустя 9 лет, в 2007-м, японцы сняли его с конвейера, представив третье, текущее поколение на базе 200-го крузера. Больше, тяжелее, мощнее, мягче и роскошней. С атмосферным УЭРом 5.7 под капотом и свободным дифференциалом Торсен между осями. Но со все той же рамной конструкцией и задним неразрезным мостом. И уже вовсе не потому, что так хотел потребитель или требовали условия эксплуатации, а потому, что так было проще. В этом поколении 570-й LX стал уже действительно глобальной моделью. Но на своем, так сказать, домашнем рынке в США, увы, начал сдавать позиции под напором уже не только новых местных конкурентов, но и немцам, представивших свои GL и Q7. В 2012-м первый рестайлинг лишь слегка освежил внешность и не особо повлиял на продажи в США. А вот в 2015-м автомобиль уже очень серьезно преобразился и впервые получил дизельный мотор и индекс 450D для отдельных рынков. 570-я же версия обзавелась 8-ступенчатым автоматом. Была доработана шумоизоляция моторного отсека и увеличены тормоза. В таком виде он и продается у нас уже пятый год, вот-вот ожидая смены поколений. Короче говоря, здесь внутри сидит рамный динозавр 2007 года рождения и где-то, наверное, 90 года зарождения. А вот это вот все ботокс и косметика. В плане дизайна мы имеем дело с определенным феноменом. С эстетической точки зрения эта машина просто уродлива, но в то же время многим, как и мне, кстати, внешне она очень нравится. Это знаете, как Арнольд Шварценеггер. Он некрасив, но он крут, потому что он большой и сильный, и все хотят быть как Шварценеггер. Ну или раньше хотели, или вы не хотели. Ну и отдельное, относительно свежее явление в дизайне LX, это, конечно, версия Black Edition, без хрома на кузове, фарах и фонарях и на черных дисках. В Украине такая комплектация доступна только для дизеля, а в России, в том числе и для бензиновых машин под названием Black Vision. И здесь таки нужно признать, что иногда Toyota очень глубоко чувствует настроение масс. Все мои сучки любят черный цвет. Ладно, на самом деле есть здесь одна деталь, которая заставит вас уважать Black Edition, даже если вы не слушаете Киркорова. 21-е диски здесь не просто черные. Черные? Они кованые. Что такое ковка, вы знаете. Это автоматически плюс комфорт, плюс динамика и плюс эффективность торможения. Все за счет снижения неподрессоренных масс. Причем у нас такие диски ставят только на дизель, а на 570-м 21-е диски просто литые. Легенда дилеров гласит, что дизельный LX с более тяжелым мотором нужно было облегчать любой ценой, чтобы он не вывалился за рамки легкового класса, и якобы именно поэтому у него нет рейлингов, проще комплектация и вот эти вот диски. Но я думаю, это неправда. Масса с полной загрузкой у него 3,350, а граница класса лежит на 3,5 тоннах. К тому же в России ковка доступна и для бензиновых машин. Но мне все равно прямо очень интересно, насколько они реально легче. Едем разбирать.
16 килограмм, но эта цифра нам мало о чем говорит, надо сравнить с литыми. Вот это вот 21-я литая реплика оригинальных дисков от 570-ки. Это недорогая, тоже литая копия наших 21-х дисков. И как раз вот такие вот колеса берут вместо базовых 18-х, самый простой дизельный LX. И просто для сравнения, кованый 22-й диск на нашу машину. Ну и учитывайте, что заводской оригинальный диск обычно еще на 2-3 килограмма тяжелее, чем реплика. И, соответственно, на каждом колесе за счет ковки удастся сэкономить где-то до 5 килограмм. Плюс еще 2-3 килограмма, если вместо родных дубовых данлопов поставить, например, Мишлен. Как это влияет на динамику, на комфорт и на торможение, и почему это особенно важно для LX, мы еще отдельно поговорим. А сейчас хорошая новость для фанатов Мишлен. В этом сезоне французы выкатили новую модель зимней шины и уже говорят о лучших в классе характеристиках. Называется XS Snow. Она заменит модели XI3 и Latitude XS2. Как видите, это тоже липучка для льда и неглубокого снега. Итак, что заявляют в Мишлен? Снижен вес покрышки, сцепление на снегу улучшено на 4%, а на льду на 8%. И самое интересное, это первая модель в новой концепции бренда, направленной на сохранение характеристик шины даже по мере износа резины. То есть в оправдание, как всегда, не низкой цены Мишлен, эта шина должна стать самой износостойкой в классе. Говорят, что пробег без потери характеристик у нее на 17% больше, чем в среднем у конкурентов. Шина уже продается, и найти ближайшего к вам дилера Мишлен вы можете по ссылке в описании к видео. Кстати, в базе дизельный LX идет вообще на 18-х дисках и, честно говоря, выглядит на них максимально ущербно, хотя сама вот эта вот база за 106 тысяч баксов, как по мне, является оптимальным выбором для LX, и в нее можно докупить разве что диски, причем не 21-й, а все-таки 20-й, позже я объясню почему. С резиной это приблизительно плюс 2500. Наша же версия Black дороже на 10 штук, то есть за 116, и это как-то многовато фактически только за диски и марк Левинсон. К тому же в базе есть вентиляция задних кресел и беспроводная зарядка, которых нету в Блэке. И да, это странно и не имеет никакого логического объяснения, кто бы вам там что ни говорил. А вот 570 LX стоит вообще космос. От 122 до 128 тысяч долларов. И на этом мы заканчиваем с комплектациями и ценами. Если вам интересен более подробный разбор, то в описании к этому видео есть ссылка на наш отдельный сюжет в формате «Что почем?», который мы снимали у дилера в Днепре. Там же много подробностей о ценах на обслуживание и о доп. Оснащении. Итак, в основе LX по-прежнему олдскульная конструкция с рамой и неразрезным мостом. Это его радость и это его боль. В принципе, так же, как и огромные восьмицилиндровые моторы. За это его обожают и за это же его ненавидят. И на сегодня LX в своей нише жить с этим намного сложнее, чем практически идентичной двухсотке в своей. Ведь перед Lexus все реже ставится задача побеждать бездорожье, без которой вопрос «а зачем тогда все это?» становится очень актуальным. Ну а безрамные конкуренты, обновляясь каждые 3 года, давно уходят в отрыв по повседневному комфорту и оснащению. Мы же сегодня в очередной раз взвесим все плюсы и минусы архаичности этой машины. И надеюсь, вы сможете четко понять, для кого эта машина и в каких случаях подходит именно вам. Чем придется платить за всю эту надежность и не пора ли уже в конце концов о ней забыть. Поехали! Итак, миф номер один. Фанаты Lexus уверены, что на своей электропневмогидравлической подвеске LX самый комфортный автомобиль на всей планете. Но это не совсем так. Мелкие швы дороги, ровная брусчатка, шагрень под временно снятым асфальтом или, к примеру, сигнальная разметка на трассах у LX бесследно растворяется где-то там далеко под рамой даже на 21-х дисках. Именно такими настройками подвески принято гасить утомляющие швы на бесконечных бетонных автобанах в США. Но где США, а где мы? Большинство киевских вечно ремонтируемых дорог – это царство неровностей среднего масштаба. Наплывы, горбы, крупные швы и проседания.
Вот такую среднюю амплитуду наш Годзилла как раз не очень любит. В бой идут огромные неподрессоренные массы. Задний мост, те самые неубиваемые стальные рычаги и огромные колеса, прыжки и вибрацию которых не могут полностью побороть ни демпферы рамы, ни гидроамортизаторы, которые тоже немало весят и как бы тоже относятся к неподрессоренным массам. Из-за действительно хорошей шумки днища всего этого вы практически не слышите, но на видавшем виды городском асфальте вы постоянно слышите небольшую, но раздражающую вертикальную тряску и подпрыгивание, ну а на неровностях побольше кузов начинает шатать. Что интересно, уменьшить эти шатания вполне можно, зажав подвеску в спорт, но тогда тряски и вибраций становятся еще больше. При этом 18-е диски практически не повлияют на эту картину, так как проблема не столько в жесткости шины, как в весе колеса и в настройках гидравлики. Причем на втором ряду сидений все это в два раза более ощутимо, чем впереди. Конечно же, из-за моста. Вот почему снижение массы хотя бы колес имеет для этой машины серьезное значение. И вот почему на 21-х литых дисках при том же профиле резины 570-й LX кажется жестче, чем 450-й на своей ковке. Тогда за что же многие так любят эти машины и почему называют их суперкомфортными? За ответом на этот вопрос мы отправились в регион, где удельная популярность 200-ок и LX просто зашкаливает. Днепропетровская область. Да, последние несколько лет здесь идет, пожалуй, самое масштабное строительство дорог в стране. И совсем скоро достроятся автобаны до Полтавы и Харькова. Но еще недавно о таких направлениях, как Днепр-Никополь, Павлоград или Кривой Рог, просто ходили легенды. И это при серьезном экономическом значении региона и в том числе его аграрного сектора. Бизнеса, требующего в нашей стране от владельца постоянного участия и личного присутствия в полях и селах, асфальтовые дороги к которым, если и проложены, то лет, наверное, 50 тому назад. И знаете, что самое веселое? Свернув в село, мы потратили больше часа на поиски максимально убитой дороги для эпических кадров, не замечая, что она уже давно под нами. Феномен LX в том, что когда дорога заканчивается, внутри Lexus почти ничего не меняется. Даже более того, мелкая назойливая тряска куда-то пропадает. И если на больших ямах вас вдруг начинает смущать небольшое подпрыгивание, значит нужно просто прибавить газу. Единственным слабым звеном в таких заездах, безусловно, остаются относительно низкопрофильные шины на 21-х катках. Вот почему я рекомендую ставить сюда все-таки 20-е диски даже для города. А профили резины в этой машине ты очень быстро забываешь. И нас в разгаре азарта от потребности извлекать из-под рамы запаску спасла лишь та самая дубовость японского Данлопа. После этой поездки я еще пару дней ездил по Киеву под впечатлением и уже прикидывал в голове, сколько мне скинуть на топовой 200-ке. Но где-то через неделю все это забывается, и снова начинаешь замечать, что у тебя устает спина, и снова хочется пересесть на какого-нибудь немца на пневме. Увы, для езды по такому средненеровному городскому асфальту это не самый лучший вариант. И да, я знаю, что меня абсолютно не поймут владельцы этих машин. И знаете почему? Потому что большинство пересаживается на них либо с предыдущих поколений, либо со старых поджериков или Прадо, у которых эта ситуация ощущается еще острее. Как ни крути, X7, GLS и тем более Range, если не перебарщивать с дисками и не заказывать всякие там спортподвески, едут в городе намного комфортнее. Все-таки пневматика лучше гасит колебания. Легкие алюминиевые рычаги независимой подвески собраней отрабатывают мелкие неровности. Ну и самое главное, без тяжелой рамы у вас намного ниже центр тяжести и машину попросту меньше шатает. Между прочим, за счет этого безрамные кроссоверы комфортнее и на плохой дороге, как, к примеру, тот же новый Defender. Вот только при этом комфортно лишь вам, а не машине. И, как вы понимаете, продлится эта роскошь недолго. В лучшем случае регулярные дорогостоящие ремонты всей ходовой, которые при любом раскладе не спасут от ушатывания кузов.
Toyota же со своим отделенным от дороги кузовом, толстенными стальными рычагами и просто неубиваемым мостом при худших издевательствах лишь раз в 100 тысяч попросит у вас пару тысяч баксов на замену гидравлики по кругу и всех резинок. Итак, я признаю, что LX это лучшее, что можно сегодня купить для плохих и очень плохих дорог, но в то же время я опровергаю миф о бескомпромиссности и о том, что это самый комфортный автомобиль для города. Снимаешь? Да, снимаю, опускай. LX умеет так быстро опускать подвеску на парковке, что если вместо этой банки зимой в мороз окажется высокая бровка, то все ваши вот эти вот бампера моделиста по 5000 баксов просто разлетятся. Но есть здесь кнопочка отключения режима комфортной высадки. Правда, вместе с подвеской отключится и руль, и отодвигание кресла. Ну или, если вы не будете забывать, то каждый раз нужно будет вот этой кнопочкой блокировать подвеску. Тоха, у нас есть какой-то кулечек или коробочка, что-то? Есть еще один миф, в который свято верят даже владельцы такого LX, о том, что он вообще не тормозит. Да и я, признаюсь честно, в тесте 200-ки 5 лет назад тоже к этому придирался. Ведь если динамику обычно оценивают по паспортным данным, то торможение сугубо по ощущениям, которые нужно признать при остановке со 100 км в час на 3-тонном рамнике, ну очень яркие. У меня есть привычка, когда резко торможу, смотреть в заднее зеркало, так я тут вижу только небо. Да и все LX, которые производились с 95 по 2015, действительно не тормозили. Кроме разве что компрессорной версии Supercharger для Кувейта. Да и после доработки тормозов в рестайлинге 2015 года, по словам владельцев, их ощущения не изменились. Ну и это, как вы поняли, я все оправдываю за сказанное в обзоре 200-ки перед тем, как засветить вам наши реальные замеры. Для тех, кто смотрит наши обзоры впервые, уточняю, что достаточно безопасным торможением для города со 100 км в час мы считаем 40 метров. Причем на сегодня абсолютный антирекорд принадлежит Isuzu D-Max 49. Вполне себе легковой Highlander остановился за 44, Lexus RX за 42, а рекорд пока принадлежит Audi S6. Всего 36,5 метров. Ну и за сколько, вы думаете, останавливается самый тяжелый Lexus, который вообще не тормозит? 37. 37 метров. И да, я тоже сначала не поверил в этот результат. Я перемеривал дважды в разные дни и даже крепил драги на крышу, чтобы точно поймать все спутники. Вот вам три результата при температуре 16 градусов, и вот вам три результата при температуре 20. И это учитывайте, что шины у нас полное говно. Но против статистики не попрешь. И да, Lexus LX останавливается круче, чем желтое купе RC. Дело в том, что в 2015-м японцы многое поменяли в тормозах. Они стали больше и намного эффективнее, но их все равно нужно менять. И да, я знаю, сегодня обзор сплошных противоречий. Проблема в том, что при всей своей эффективности эти тормоза абсолютно невыносливы. Они просто не выдерживают таких усилий и нагрузок. Колодки у многих высыпаются за 7000, диски деформируются просто в хлам, шланги раздуваются под давлением, а иногда вообще лопаются. Четырехпоршневые суппорта выходят из строя и нередко их просто клинят. То есть, если ездить по городу медленно, то родных тормозов здесь хватает выше крыши. И да, браво, японцы, педаль приятная, замедление достаточно плавное, когда привыкаешь. Ну а в любой внештатной ситуации достаточно просто втопить педаль в пол, и автомобиль буквально зароет носом в асфальт. Но если ездить динамичнее дорожных знаков, если чиповать движок, если часто кататься по трассе, или если использовать эту машину как тачку сопровождения на хвосте у какой-нибудь эски, и я уже молчу про бронирование, то апгрейд тормозов на эти машины просто must have. Даже важнее, чем страховка от угона. В том смысле, что вы его быстрее разобьете, чем у вас его угонят. Итак, что у нас по апгрейду? Владельцы 200-ок, слушайте внимательно. Вас это касается в полной мере. Тормоза, как и в принципе автомобили, абсолютно идентичны. И туда же Тундра и Секвоя. Самый простой эконом-вариант – это поменять родные диски и колодки на более качественные аналоги. Но при этом обязательно заменить тормозные шланги на армированные.
Вариант второй посерьезней. Полностью поменять только передние тормоза. В этом случае оптимальный выбор – оригинальный комплект ТРД. 3,5 штуки. 405 мм вместо 350, 6 поршней вместо 4, облегченный суппорт и армированные шланги уже в комплекте. Единственное, машина будет еще больше клевать носом, но тормозить при этом хорошо и долго. Ну и третий вариант – поменять абсолютно все по кругу. И выбор там действительно большой. Это CarTec, StopTec, всякие HPB от пятерки долларов до десятки за самый папский вариант от просто царя тормозных систем. Диски могут быть вообще до 430 мм. Суппорта впереди на 8 поршней, сзади вместо одного поршня будет 4. А могут быть и очень крутые тормоза практически родного диаметра. Их ставят, когда хотят сохранить 18 диаметр дисков, или на бронированные машины, когда не нужно лишний раз привлекать внимание. И это правда, хотя, по-моему, полный абсурд, потому что если вас еще не распознали по рамкам на толстых стеклах, то вряд ли кому-то о чем-то скажут увеличенные суппорта. Итак, добросили еще от 3 до 10 тысяч в копилку нашего идеального LX, ну или 200-ки. А дальше еще интереснее. Мы поговорим о главной фобии, которая останавливает многих от покупки Toyota или Lexus. Угоны. Да, статистика – вещь упрямая. Toyota и Lexus действительно постоянные лидеры топ-чартов по угонам. Их много на улицах, большинство одного черного цвета, это, знаете ли, очень удобно. И главное – всегда есть спрос. Но стоит ли только из-за этого отказываться от Toyota или, к примеру, от Must, которые тоже последнее время уезжают на раз-два? Точно нет. Как вы помните, мы уже давно обещали снять отдельный ролик по теме противоугонок. И рано или поздно снимем. Но этот обзор просто обязывает хоть вскользь пройтись по теме и поделиться опытом. Ну, во-первых, эти машины так и стоит застраховать. У ARX, которую мы, как вы помните, рекомендуем, страховой тариф на полная каска с 0,5% франшизой на этот Lexus 2,75%. Это приблизительно трешка в год. И что для меня было удивительным, это не больше, чем на Mercedes или BMW, а застраховать Audi даже на треть дороже. Но в любом случае противоугонные системы ставить имеет смысл, особенно с учетом того, что во многих страховых от вас этого могут даже потребовать. И тут такое дело. Действительно, абсолютно любая незаводская противоугонная система уже лучше, чем ничего, потому что если в вашем же дворе стоит рядом такой же автомобиль без никакой сигналки, то тратить время на вашу гонщики точно не будут. Но, с другой стороны, если уже тратить деньги, то лучше с умом. И сейчас я тут начну много умничать. Думаю, у многих возникнет вопрос, откуда вся эта информация и стоит ли ей доверять. Ну, во-первых, мне самому давно интересна эта тема, и я часто интересуюсь для себя. Во-вторых, время от времени я так и готовлю вот тот самый обещанный сюжет. Ну и в-третьих, как вы знаете, мы давно дружим с Лешей Фетусом, который занимается установкой противоугонок и является в Киеве одним из топовых спецов в этой теме. Так вот, самый базовый, распространенный и эффективный за свои деньги вариант на сегодня – это установка в автомобиль дополнительного иммобилайзера. В народе это называется метка, и вот, кстати, в нашей машине она тоже как раз установлена. И, кстати, считается, что вот так вот вешать на ключи ее нельзя, нужно носить отдельно, но у меня тоже на ключах висит. В машине же спрятано маленькое устройство, которое не даст ее завести, если у вас с собой нет той самой метки. Взломать программно эту штуку считается практически невозможно. Ее можно только найти и отключить. То есть зачастую эффективность этой штуки зависит от того, насколько профессионально и глубоко ее спрятали и сколько времени угонщику нужно потратить на то, чтобы ее найти. И именно по этой причине я не рекомендую все это ставить у дилеров, потому что в большинстве случаев они все делают шаблонно, как быстрее и проще. В итоге вот эти вот девайсы во многих машинах, например, спрятаны под приборкой и извлекаются за минуту. Чтобы вы понимали, настоящий профи даже используют заводскую изоленту для того, чтобы угонщик не догадался, в каком месте разматывалась проводка. Так вот, хорошо установленная метка, если она сразу разрывает хотя бы две электроцепи, защищает в 90% случаев. Цена с установкой под ключ у того же Леша где-то $350. И я считаю, что на сегодняшний день это абсолютный базовый must-have для любого автомобиля. Ну, разве что, наверное, кроме вот этого. У меня, например, в Мерсе стоит. Сам этот девайс может иметь расширенный функционал. Например, отдаленный доступ со смартфона. Можно будет мотор прогревать, видеть, где автомобиль находится и тому подобные фишки. Толку для защиты ноль, но очень удобно. Цена где-то плюс-минус $800.
Я принципиально не буду называть производителя, потому что здесь сейчас начнется холивар. На самом деле самое главное — это хороший установщик, а он уже посоветует, с чем ему удобнее работать и за что он готов нести ответственность. Ну и для тех, кто привык получать всегда больше, есть еще следующий шаг, тоже в принципе оправданный по цене. Это блокировка капота. То есть тот самый прибор за 350 баксов прячется уже не в салоне, а где-то под капотом, на который устанавливается мощный электрический замок. То есть теперь без метки в кармане нельзя ни мотор завести, ни капот открыть, чтобы прибор отыскать. Это еще плюс $450. Я себе такое не ставил, но у меня же не Toyota, и автомобиль ночью на улице не стоит. Вот эти вот два шага я считаю наиболее оправданными по цене, а следующие они как бы увеличивают степень защиты, но уже не пропорционально по цене. Итак, в копилку нашего идеального LX капают еще $800. Где я рекомендую все это ставить? У Фетуса. И я надеюсь, вы уже давно заметили, что мы рекомендуем только то, в чем уверены и что проверили лично на себе. Бабки ничто, имидж все. Ну и на ту же тему безопасности еще кое-чем похвастаюсь. Когда брал LX надолго, то решил, что это повод закрыть уже проблему с сигнализацией в гараже. Дело в том, что у меня там стоят обычные датчики, но их приходилось постоянно выключать, потому что моя большая белая овчарка Карма регулярно туда вламывается, и охрана просто уже замахалась приезжать. И если на нормальных собак датчики можно настроить, то на Карму нет, потому что эта зараза становится в полный рост, чтобы за ручку открывать двери. Так вот, у меня давно стоит система безопасности Аякс, но я только сейчас допер поставить в гараж их новый фотодатчик Motion Cam. Вообще топ. Ставятся они как все аяксовое, без проводов и в два клика, как говорится. К слову, мне охранная фирма всю систему за пару часов поставила и настроила. И теперь, когда датчик видит движение, он как и раньше включает тревогу, но одновременно отправляет мне в приложение фотки. И когда я там вижу своего белого прямоходящего Йети, то успеваю сбросить тревогу. Реально круто. И как я понял, кроме Аякса такое пока что никто не делает. Кстати, они давно обещают сделать такие же датчики для улицы. Ну а что такое Аякс, я думаю, вы слышали. Украинская компания, один из мировых лидеров производства охранных систем. Типа Mercedes в мире сигналок. Поэтому если вам нужно обезопасить свой дом, гараж, да что угодно, от взлома, пожара или затопления, то на сегодняшний день Аякс — это реально лучший выбор. В описании к этому видео будет ссылка на их сайт, и по ней скидка 10% от инфокара. Заметно, что снаружи LX пытается не отставать от современных немцев. В поворотниках диодов уже достаточно, чтобы это не выглядело гирляндой, как в RX. Подсветка порогов с плавным демированием, проекторы в зеркалах с логотипом. И ты, видя все это, начинаешь уже переживать. Что-то здесь не так, все как-то слишком стильно. А это точно японец? Но открывая дверь, выдыхаешь. Все нормально. Японец. Точно. Загорается еще одна подсветка с проекцией, но при этом другой яркости и другой цветовой температуры. Такое ощущение, что доставили с AliExpress. И я считаю, что за НАТО то не здраво. В Штатах это опция за доплату, у нас включена в цену. Внутри же подсветка очень простенькая, можно сказать, ее нет вообще. Хотя я понимаю тех, кто будет этому рад, ведь дискотека в современных немцах действительно может напрягать. Топовые матричные фары BladeScan, которые сейчас есть только на RX или LS, наш Godzilla, увы, получит уже только в следующем поколении. Здесь переходной вариант. В каждой фаре по 6 диодов, и они якобы тоже что-то должны там выделять, но на практике этого особо не замечаешь. Да и автоматически дальний иногда врубается не в попад, и ты тут же получаешь ответку от встречной фуры. Но, в принципе, светят фары достаточно ярко, и это уже хорошо, как для фактически американской машины. Кстати, более навороченные фары – это одно из немногих весомых преимуществ Lexus перед 200-кой. Но до топовых матриц или тем более лазеров у немцев в таком же ценовом сегменте они, увы, явно не дотягивают ни по функциям, ни по яркости. Я вообще иногда задумываюсь, может, в Японии круглый год белые ночи? Или в Штатах, потому что в большинстве японских машин есть какие-то вопросы с освещением снаружи, внутри. Вот здесь гляньте, багажник освещается плафоном общим вместе с третьим рядом сидений, да, которого у нас здесь нету. Плафон далеко, он маленький, он тусклый. В итоге в багажнике реально ни черта не видно. Антоха, один наш свет.
С одной стороны, здесь самый огромный в классе багажник, если не заказать третий ряд за двушку. К тому же кресла складываются прямо вот так. Но с другой стороны, как известно, пользоваться этим багажником повседневно просто нереально. Ни сеток никаких, ни крючков, ни органайзеров, ни рейлингов с разделителями. Все нужно будет врезать и колхозить самому. С вот этой вот открытой крышкой из дальнего конца вы ничего не достанете, если ваш рост меньше, чем 3 метра. Поскольку Lexus останавливается лучше, чем разгоняется, то все у вас будет вот там вот лежать аккуратненько. Придется или лезть на четвереньках, или, как я уже привык делать, заходить в салон, складывать спинку и доставать сумку. Здесь нету в комплектации банальной шторки, которая, кстати, есть в Land Cruiser, и все ходят, заглядывают, смотрят, что у вас в багажнике. Хотя, да, вроде как можно ее докупить и как-то приколхозить, что-то докрутить. Убого, честно говоря, выглядит вот оригинальный коврик. Еще интересный момент. Здесь есть ниша для домкрата, и там пылище. То есть где-то что-то подсасывает, и, как вы понимаете, рано или поздно все это будет у вас в багажнике. И это Lexus, от слова лакшери, да, вроде как. А еще это абсолютный рекордсмен по времени закрывания крышки. Ну, зато самый большой в классе багажник. Японцы изо всех сил старались сделать салон не похожим на Land Cruiser. Дороже, чем у Land Cruiser. Премиальней. И чтобы никто никогда не сравнивал. Получилось? Нет. Им все равно приходилось оставаться в рамках готового кузова, готовой архитектуры и даже готового набора всех этих компонентов. В итоге, да, здесь достаточно качественные материалы и да, присутствует определенное ощущение дороговизны. Но за ваши ощущения все равно в первую очередь отвечает высокая вертикальная посадка, низкая подоконная линия, ну и, конечно же, компоновка салона, которая, несмотря ни на что, не даст вам забыть, что вы сидите в первую очередь во внедорожнике. Да, эта машина вселяет уверенность, безусловно, вызывает уважение окружающих и навевает ощущение такого абсолютного господства на дороге и, в принципе, по жизни. Но в то же время она накладывает свои неизгладимые ограничения на тот комфорт, которого мы, разбалованные немецким люксом, ожидаем от тачки за 100 плюс тысяч баксов. Но, кстати, в отличие от большинства подобных рамников, здесь достаточный запас в салоне по высоте. И если в комплектации не будет люка, то за рулем вполне нормально устроится даже человек с ростом до 2 метров. Это при том, что переднее кресло достаточно высоко поднято и хорошо заваливается по сидушке. Плюс удлиняемая подушка и классно регулируемый по высоте руль. Мне здесь удобно. Причем удобно не только сидеть, удобно выходить, удобно входить. Это, в принципе, одна из тех вещей, которыми LX и Land Cruiser подкупают больших людей. В этой машине не нужно прогибаться под изменчивый мир, и я бы эту фразу сделал бы, в принципе, девизом автомобиля. Проблема же кроется в другом. Вспоминаем историю. Этот кузов разрабатывался не для люкс-класса, а в первую очередь для больших экспедиционных внедорожников. Во-первых, впереди должны были помещаться трое. Помните 105-й Land Cruiser? Во-вторых, для контроля над ситуацией водитель должен сидеть как можно ближе к окну. Поэтому рулевая колонка здесь сильно смещена к двери. И этот параметр настолько фундаментальный в компоновке автомобиля, что его просто так не изменить. Да и, видимо, никто не собирался этого делать. Что в итоге? Когда впервые здесь едешь, то постоянно вспоминаешь, как тебя в детстве наказывали и ставили в угол. Потому что ты реально сидишь в огромной пустой машине, зажатой в углу. Если померить и сравнить LX, к примеру, с X7, то при похожей ширине между боковыми стеклами расстояние от центра рулевой колонки до левого стекла у LX на 5 сантиметров меньше, чем в BMW. А это очень много. Чтобы вы понимали, для левого локтя водителя даже в Sportage больше места, чем здесь. Вот почему при широченных креслах, при огромном центральном подлокотнике ты все равно себя чувствуешь слегка ограниченно. Ну и в следующий раз, когда увидите водителя крузака, который едет на локте, посочувствуйте ему. Это не он такой и не жизнь. Это машина у него такая. Но надо признать, что к этому привыкаешь, как и к очень многому другому в этой машине. Вот только не сразу. Поверьте, за 10 лет я научился быстро привыкать к любым машинам, от смарта до броневиков. День-два и все. Но
Lexus раздражал меня целую неделю, и я уже реально готов был сдаться. И только потом начал за собой замечать, что в чем-то он мне даже начинает нравиться. Я уже даже почти научился вслепую нажимать кнопку камер, спрятанную под рулем. И знаете, только когда мы взялись за апгрейд своего Jimny, я понял, почему у Toyota кнопки расположены так по-дебильному. Представьте, что у вас есть готовый салон, в который вам 20 лет нужно добавлять все новые и новые функции. Ну некуда уже тут кнопки пихать. К чему я не привык? К скользкой вставке на руле, к тому, что поясничный упор давит мне чуть ли не под лопатки, к чрезмерной тяжести руля, но об этом чуть позже. Ну и про убогую мультимедиа вообще не буду ничего говорить. Уже все сказано, пересказано. Одно радует, что сюда уже можно кое-как прикрутить CarPlay и Android Auto. Но не активировать, как в некоторых машинах, а доустановить девайс за 500 баксов. И в принципе его можно даже за пару часов самому установить, разобрав торпеды. Плюс в том, что заработают все родные кнопки и управлять можно будет джойстиком. А минус в том, что не удастся подключить родные USB-порты, нужно будет выводить отдельный вход куда-нибудь в подлокотник или бардачок. Но в любом случае это единственный способ заиметь здесь нормальную навигацию. Еще Toyota принято ругать за отсутствие боковой поддержки, но я, кажется, кое-что понял. Здесь это что-то типа особой системы безопасности. Потому что, поверьте, как только водители таких машин перестанут в резких поворотах вываливаться из кресел, они тут же начнут переворачивать свои машины. Все продумано. Здесь, кстати, очень крутая система климата. Куча дефлекторов по всему салону, есть увлажнение, есть ионизация, и есть функция консьерж, которая может всем этим управлять автоматически, в том числе настраивать вентиляцию, подогрев сидений, подогрев руля, и все это работает, и у Lexus мне это очень нравится. Марк Левинсон здесь предсказуемо слабоват. Я бы сказал, что он неплох, если бы не слышал, как подобные системы звучат в машинах поменьше, типа LC или ES. И для того, чтобы здесь он зазвучал, нужно как минимум сделать акустическую подготовку в дверях, ну и да, это повод задуматься о дополнительной шумоизоляции. Даже в стоковой машине действительно очень тихо, и если не касаться темы музыки, то я бы ничего здесь не дорабатывал. Тем не менее, очень многие владельцы таких машин делают шумку сразу же, выезжая из салона. Почему? Потому что нет другой такой машины, которой бы было настолько просто пересобрать весь салон, которая бы абсолютно не замечала этого утяжеления из-за шумоизоляции, у которой абсолютно везде было бы достаточно дополнительного пространства для той самой шумки. Короче говоря, вот эти машины — это просто мечта специалистов по шумоизоляции. Еще многим не нравится звук закрывания здесь дверей, и действительно вот такого вот я уже давно нигде не слышал. Двери абсолютно пустые и легкие. Если не делать шумоизоляцию, то я думаю, есть смысл ставить сюда доводчики. И знаете, LX — это, похоже, единственный автомобиль, на который у дилера можно официально поставить оригинальные заводские доводчики. За это просят где-то 1500 баксов, но приблизительно за ту же сумму можно зашумить абсолютно весь автомобиль, но только не у официалов, а, к примеру, того же Фетуса. Но я бы, если шумил, делал бы, так сказать, light вариант. Это двери, арки и пол под педалями. Приблизительно это получается где-то $300, и это оптимальный вариант по сути отношению цена и результат. Плюс к этому закрывается тема акустической подготовки дверей, и не придется разбирать абсолютно весь салон. И, кстати, если вам вообще интересна тема шумоизоляции, можете глянуть наш с Лешей совместный ролик, где мы шумили мой Галое. И там, кстати, поднималась тема, что будет с гарантией после шумки. Ссылочку я брошу в описании. И, кстати, в эти 300 баксов у Леши входит в том числе и дополнительная шумка моторного отсека, но я бы, честно говоря, этого не делал, потому что звук V8 здесь очень приятный. Это фишка таких машин. И чтобы вы понимали, неприятного шума и вибрации здесь даже меньше, чем в 651 моторе 2.2 от Мерседеса, и звучит он приятней. Но не путайте с выхлопом, потому что выхлоп здесь с завода абсолютно не настроен. Я говорю именно о звуке двигателя. Итак, в копилку нашего идеального LX капает еще от 300 до 1500 долларов. Ну а мы идем на второй ряд. Хотя, честно, блин, не хочется.
потому что это реально боль и LX, и 200-ки. По сути, диваны отличаются только тем, что здесь в подлокотнике кнопки климата, а в Toyota на тоннеле. Ну и, конечно, тут чуть поднапихано премиум опций. Шторки, подогрев. Вентиляции, как я говорил, в Black Edition нет, но есть в базе. Ну и продольный электропривод, который в пятиместной машине нафиг не нужен. И все. Больше ничего хорошего. Диван просто ужасен. Во-первых, он очень низкий. В итоге сидишь здесь как царь кузнечиков с задранными коленями. И я сначала думал, что все дело в росте, и что людям пониже здесь будет удобней. Но наш Серега с ростом 1,68 м здесь просто погибал всю дорогу в Днепр. Плюс здесь недостаточный угол завала сидения. В итоге, когда чуть откинешься, постоянно съезжаешь вперед. Обратите внимание, я когда сижу вертикально, у меня еще приличный запас над головой, с моим-то ростом 1,93 м, и скажите, что нельзя было сделать этот диван повыше, чтобы не было всех этих вопросов. Так что не надо мне говорить, что это рамники, и по-другому нельзя. Дальше. Подлокотник. Ну вот гляньте, где он. Ну вот как сидеть, чтобы им пользоваться. Вот так вот как-то. В принципе, в салоне нам подсказали такой себе лайфхак владельцев машин по 110 тысяч баксов. Подлокотник получается выше, и действительно сидеть удобнее, но это черт знает что, согласитесь. Дальше. Наклон спинок. Они регулируются, не электрически, хотя можно было бы, конечно, сделать. И обратите внимание, где здесь сгибается спинка. Вот как думаете, удобно так вот прогибать спину и ложиться? Ни одного USB-порта, только 12 вольт. В общем, второй ряд здесь, в принципе, как и в 200-ке, это абсолютный провал и стыдоба для Toyota. Они просто забили на это болт и ничего здесь не делали с 2007 года. Чтобы вы понимали, в 470-ке здесь даже было удобнее сидеть за счет более мягких кресел, в которые вы легко проваливались. Говорят, что якобы владельцы этих машин никогда здесь не ездят, и даже если с водителем, то ездят впереди на пассажирском. Ну, придурки же. Но они поэтому там и ездят, потому что вы здесь устроили кунсткамеру. Ну серьезно. Как, скажите, это недоразумение можно сравнивать со вторым рядом у немцев? Где электроспинки, где нормальная высота, подголовники, подушечки, подлокотник? И там же тоже есть третий ряд, и на него как-то тоже залазят, без необходимости для этого делать второй ряд неудобным. Фактически здесь можно возить только детей в детских креслах. Ну или снова так и колхозить. Первый вариант. Любой вменяемый слесарь вам за 2 копейки, я имею в виду реально 2 копейки, а не 2 штуки баксов, поднимет переднюю часть за счет проставок без вмешательства в структуру салона где-то сантиметров до 5. Принципиально, конечно, эта картина не спасет, но сидеть будет чуть удобнее. Либо второй вариант, менее популярный и известный у нас, это просто берем этот диван и выбрасываем отсюда. Ну или продаем кому-нибудь в 200-ку. Ну а сюда ставятся кресла от BMW или Мерса со всеми регулировками, с массажами, и тогда LX превращается просто в идеальный лимузин для наших широт. Я видел пару таких машин, просто космос. Россиянам, кстати, повезло. У них есть конторы, которые этот процесс уже поставили на поток. Заранее заказываешь изготовление, потом привозишь машину и тебе за день все ставят. Причем и задние кресла, и передние. У нас же таким занимается Аверс, но делают индивидуально, поэтому долго и машина стоит. Бюджет таких переделок где-то от 10 до 20 тысяч баксов. Но даже с такими диванами вибрации никуда не денутся. То есть на сегодняшний день с мостом и с рамой Rolls-Royce нам не построить. Следующий вопрос. Едет он с дизелем или не едет? По цифрам не едет. Обещали 8,5 до сотни, а лучшее, что я смог выдушить с двух педалей, 9,5. К тому же и обещанные 210 км в час он тоже не догоняет, где-то упирается в 190. Хотя, может, просто попался говняный дизель. Но по ощущениям больше ему и не надо. Он и так кажется пушечным ядром из-за центра тяжести и мягкой подвески. На задницу приседает легко. На трассе, конечно, обгонять чуть скучнее, но можно. Динамики достаточно, я бы сказал. Понимаете, вы не можете изменить эту машину, но она может изменить вас. Нужно только недельку поездить, привыкнуть, и вы поменяете стиль вождения. Добровольно.
Как только ты сюда садишься после любого городского кроссовера, LX кажется маршруткой, не едущей, валкой, неповоротливой. И ты настолько в это веришь, что боишься проверять его пределы. Начинаешь ехать плавнее, медленнее входить в повороты, заранее тормозить и, не дай бог, не перебирать со скоростью. И вот этот вот адаптационный период, в который ты его боишься и не понимаешь, а он тебя раздражает и бесит своей задемпфированностью, действительно длится очень долго. Но спустя пару недель все меняется. Вернее, меняешься ты. Напрочь отвыкаешь делать резкие движения, сбрасываешь скорость перед поворотами, заранее и плавно тормозишь, и самое главное, все это перестает тебя волновать. Все, первый этап закончен. Этап обкатки. Но нет, не ты обкатал автомобиль, а он тебя. Ты сдался, ты сломался, ты отрекся от прошлого, но в этот же момент ты замечаешь, что перестал его бояться. И здесь начинается следующий этап реванша. Отношения как будто начинаются с нуля. Привыкнув к весу и габаритам, к реакциям руля и педалей, ты начинаешь позволять себе больше в поисках границ его возможностей и только сейчас понимаешь, что эти границы не так близки, как ты думал, как все думают. В спортрежиме гидравлика действительно заметно урезает крены. Начинаешь рулить острее, и катастрофы не происходит. Сцепление все еще достаточное, да и даже ESP молчит. Да, конечно, приятного в этом мало, но в тот же момент страх перевернуться начинает растворяться. Отдельная тема – руль. В Toyota пошли не по самому популярному в этом классе пути. Чтобы сделать огромный рамник стабильнее и управляемее, они прямо от всей души утяжелили руль. Свою задачу это выполнило. Ошибиться в повороте или где-то отвлекшись, уйти с траектории стало сложнее, да и действительно ощущение контроля над автомобилем стало намного больше, чем в той же сотой серии или Escalade. Но в то же время руль здесь главный источник дискомфорта, к которому я вообще не могу привыкнуть. На парковке его хрен покрутишь одной рукой. При малой скорости передаточное число изменяется, якобы чтобы было удобнее, но с ростом остроты, как вы понимаете, легче он не становится. На трассе же наоборот. Чтобы нивелировать ошибки водителя, реакция смягчается. Но нуля здесь, как вы понимаете, нет, и тебе все равно нужно постоянно подруливать. В итоге я впервые почувствовал себя слабаком. За пару часов банально начинают уставать кисти. Короче, опять же, есть вопросы по комфорту, но в плане управляемости, когда привыкаешь, претензий к автомобилю у меня уже и нет. И да, я как будто бы уже сам себе не верю. Многие не могут представить, как на таком громоздком сарае можно ездить в трафике. А вообще легко. Во-первых, здесь действительно хорошо чувствуются габариты, благодаря тому самому смещению руля в сторону двери. А во-вторых, где бы ты на нем ни ехал, вокруг этого автомобиля автоматически образуется достаточная зона безопасности. Это далеко не самая дорогая машина, на которой я ездил, но поверьте, ни GLS, ни X7, ни даже Bentaygo так не уважают на дороге. Хотя, наверное, это не уважение вовсе, а скорее какая-то ненависть вперемешку со страхом, но результат тот же. Никто тебя не подрезает, не упирается в задницу, не сигналит. Все с таким пониманием относятся к твоим ошибкам, нарушениям и даже наглости, что становится стыдно. И нет, не за себя, за людей. Вот честно. Итак, под капотом здесь стоит, можно сказать, печально известный дизельный мотор Twin Turbo объемом 4,5 литра, 1 VD FTV на 272 силы и 650 ньютонов. Такой же один в один мотор стоит на 200-ке, но там 249 сил. Почему? Потому что дефорсировали под российские законы, а нам просто рикошетом прилетело. Чипуют этот мотор и там до 330 сил и 750 момента по Stage 1. Но, похоже, лучше этого не делать. Чугунный негильзованный блок, интеркулер, EGR, сажевый фильтр, гидрокомпенсаторы. Очень интересный мотор. Фактически это первый для Toyota дизельный V8. В
Впервые его поставили в 2007 году на 70-й Land Cruiser для австралийского рынка с одной турбиной, с форсировкой на 205 лошадей. И в том же году с двумя турбинами, то есть Twin Turbo, стал на 200-й Land Cruiser, который только дебютировал. Ну а в 2015 году форсунки здесь поменяли на пьезоэлектрические, добавили сажевый фильтр, и этот мотор впервые очутился на Lexus LX. Ну и прощай, легендарная надежность. Хотя, наверное, правильнее сказать по-другому. Имидж пошатнулся. Но не спешите падать в обморок. Статистика поломок на самом деле абсолютно небольшая. И если сравнивать его с немцами, то это вообще супер-супер надежный мотор. Но с другой стороны, если жить по тойотовским принципам, то кому-то давно пора сделать себе харакири. Тут фактически встретились две проблемы. С одной стороны, ну давайте признаем, японцы не то чтобы особо умеют делать мощные дизеля, а с другой стороны, европейцы их снова подставили со своим Евро 5. Пришлось ставить вот эти вот ЕГРы, ДПФы, ну и совратили своими пьезоэлектрическими форсунками. Итак, если не брать во внимание всякие мелкие редкие болячки, большинство из которых японцы уже таки поправили, то глобальных проблем, можно сказать, здесь три. Первое — это выход из строя левой турбины, в основном из-за того, что грязь от мотора разбивает крыльчатку. Грязь, соответственно, от плохого топлива и от EGR. Лечится в основном заменой картриджа, и, в общем-то, процедура терпимая. Вторая проблема, наверное, самая громкая. Дело в том, что японцы вместо того, чтобы взять эти пьезо-форсунки у немцев, заказали их у своей компании Denso. И вот Denso, похоже, однажды браканула с определенной партией этих форсунок. Они трескались и просто заливали мотор топливом. Мотор ложился просто в хлам под замену, потому что мало кому везло вовремя заметить проблему с форсунками. Симптомы – черный дым и потеря мощности. Проблема эта вылазила на небольших пробегах, соответственно, все решалось по гарантии. Либо меняли форсунки, либо весь мотор, кому как повезло. Но, тем не менее, в России действительно многие покупатели их судились и просто возвращали автомобили дилерам. Мы же официально запросили информацию у Toyota Украины, и нам подтвердили, что действительно у нас было 6 таких случаев. Но это чуть меньше, чем 0,5%. На сегодняшний день считается, что проблема решена. В новых машинах она уже не возникала, а в старых, если не вылезла, то уже и не должно. Ну и третья проблема, можно сказать, глобальный повышенный износ цилиндропоршневой группы. Под компрессионными кольцами скапливается нагар от топлива, кольца расширяются, разбивают цилиндры, ну и задиры. Да, действительно, у Toyota тоже бывают задиры. Ну то есть да, это уже не такой движок, в который можно испорожняться, если припечет, как в 105-м. И вы, скорее всего, не поверите, но его даже нужно обслуживать. Ему нужно качественное масло и качественный дизель. Ну а менять фильтр и масло нужно не реже, чем раз в 7000, при том, что регламентом заявлено 15. А еще его очень нежелательно долго крутить на высоких оборотах, и с этим есть проблема, потому что у LX, как и у 200-ки, всего лишь 6-ступенчатая коробка, и на высоких скоростях передач как бы уже не хватает. В то время как у 570-ки передач уже 8, и именно по этой причине на трассе на большой скорости бензиновый LX оказывается даже экономичнее дизеля. Наши замеры. Скорость 150-160 – 17 литров на 100 километров. Скорость 110 – 12 литров. В городе у меня в среднем получалось до 15 литров, но в принципе я понимаю, что кое-как можно было бы вытошнить даже 12. В то время как бензиновый 570 в городе жрет минимум 20-очку. Кстати, на трассе уверенная скорость где-то до 160. Благодаря тому самому тяжелому рулю, длинной базе и большому весу, машина уверенно держит траекторию. Перестраиваться все еще можно, а в салоне на таких скоростях все еще тихо. Преклоняюсь перед отвагой людей, которые летают на 570-х под 200. Это уже за пределами безопасности, и на родных тормозах я бы так не рисковал. Хотите ездить так быстро, лучше смотрите немца. Еще здесь, как и везде, от нашей соляры забивается EGR, и его тоже нужно периодически смотреть, и если надо, чистить. Хотя, в принципе, его можно отключить, поставить заглушки, плюс что-то перепрограммировать, но на сегодняшний день пока непонятно, как это в длинной перспективе может повлиять на движок, потому что есть некоторые вопросы с температурными режимами. Но, с другой стороны, говорят, что сюда заливается прошивка от кондовых 200-ок для пустыни, у которых завода EGR, в принципе, нету.
Ну и еще на самом деле очень важно отметить, что поскольку большинство описанных проблем все-таки связаны с качеством дизеля, то в нашей стране они менее актуальны, чем на востоке России, откуда и идет большинство этих страшилок. Итак, чиповать до предела не стоит, обслуживать часто и качественно, заправляться только евродизелем и ЕГР обязательно чистить. И тогда ваш движок без проблем должен проходить 1300-400. Про миллион забудьте, это уже давно в прошлом. Ну и в принципе все, других проблем нету, если не считать какие-то мелочи, которые уже либо давно поправили, либо которые обходятся копейки по деньгам, типа как проводка парктроников или кнопка открывания багажника. Друзья, если бы продавцы Lexus в нашей стране вдруг могли бы за деньги вырезать один какой-то кусок из этого обзора, то они бы точно вырезали вот этот, где будет сравнение с 200-кой. Потому что нет другой модели Lexus, которая была бы так близка к своему тойотовскому прототипу, как LX. Так уж исторически сложилось. И я не знаю другой такой страны, в которой бы одновременно официально продавались 200-ка и дизельный LX с такой огромной разницей в цене. Это версия Executive Launch с мотором 1WD на гидравлике 85600. Кстати, заметьте очередной микрорестайлинг от Toyota. Новая решеточка, чуть другой бампер, зеркала и диски. Такие тачки уже стоят здесь. На столичке можете приезжать смотреть. Дизельный LX с таким же мотором, на такой же подвеске, с такими же оффроуд-системами 106. Это плюс 20. Да, в LX в плане комплектации будут чуть лучше фары, вентиляция задних сидений, шторки, электропривод заднего дивана, удлинение сидения водителя, ну и действительно на голову премиальный салон. И какой-никакой дизайн, и натуральное дерево, кожа лучше, ее больше, приятнее пластики и чуть больше внимания к мелочам. Ну и да, прошивка мотора на 23 лошадки с завода мощнее. 200-ки, конечно, все аскетичнее, и премиальностью даже не пахнет, особенно пластиковое дерево. Но, с другой стороны, больше какой-то брутальности, подходящей этой машине. Здесь сходу 20-е диски, а не 18-е. Есть люк, есть холодильник. Да, меньше экран, но тачскрин удобнее. Да и кожа, в конце концов, уже не такая уж стрёмная. Короче, формальная комплектация не то чтоб хуже. Кстати, мы замерили и сравнили толщину краски. В итоге абсолютно идентичная толщина, что у Toyota, что у Lexus, но слой действительно тонкий, где-то до 130 микрон. Но в то же время я давно не видел такой однородной покраски. Максимум 5 микрон гуляет по кругу. Единственное, что Lexus у нас уже на 40 микрон в некоторых местах кто-то полирнул. И, я так понимаю, еще максимум одна полировка и все. В Штатах нет дизельных моторов, и 200-ка LX продаются только с 5.7 и с 8-ступенчатым автоматом. И как вы думаете, какая разница в цене? 1000. 1000. Отличие только в том, что LX будет 5-местным, а 200-ка сразу 7-местный, но если в LX добавить все опции и третий ряд, то разница пусть вырастет где-то до 7. Но здесь вам не США. Здесь люди в среднем беднее, а поэтому ценности и, соответственно, цена статуса гораздо выше, и за возможность выделиться у нас готовы платить. Хотя, конечно, в плане цен вам хочется тыкнуть пальцем на дилеров и сказать, это все они хотят больше зарабатывать, но вы зайдите в салон Toyota, а потом зайдите в салон Lexus. Там импортные плитки, дерево на стенах, мебели на миллионы. И рояль сам играет. Но если бы всего этого не было, то мы бы с вами уже во весь голос ныли, что это вообще не люкс, какой-то непонятно что. А в Штатах и Toyota, и Lexus вполне могут стоять на улице, рядом, в пыли, и вам скажут, вот Toyota, вот Lexus, выбирай, забирай. Так что не надо, здесь вам не США. Короче, да, плюс 20 за логотип, за премиальный салон, за минимальные отличия в ходовом комфорте и шумке, ну и за статус. Скажете много? Нет, статус бесценен. Ну и еще, гарантия того, что рядом с вами не будет ехать такой же с виду LX, но за 65, потому что внутри пусто. Lexus это минимум 106 и точка. И вы просто не представляете, насколько для многих это важно. Зачем мне 200-ка, как у всех моих замов? Или у тех, кто нашкреб последние 65? Я же не лох какой-то. Это цитата, если что.
И если вы не согласны, то, может быть, вы просто еще не заработали на тот самый статус. Но в любом случае я жду ваше личное мнение, Lexus или Toyota, с аргументами, пожалуйста, под этим видео. И специальный комментарий с вопросом я даже закреплю повыше. Друзья, сегодня в этом обзоре у нас не будет оффроуд части, и вот по каким причинам. Во-первых, мы уже разбирали эту тему еще 5 лет назад в обзоре 200-ки, когда сравнивали ее с эталонным 105-м. Во-вторых, на YouTube есть сотни видео, где владельцы этих машин, пытаясь что-то доказать, разрывают LX-ом в хлам бампера и пороги, куда-то доезжают, но в итоге их все равно какой-то трактор вытаскивает. И я еще раз повторю свое мнение насчет проходимости этих машин. Начиная с сотой серии, Land Cruiser перестал быть супер внедорожником. Таким, как все еще остается 70-я серия, каким была 80-ка. Ну, к исключениям можно отнести, в принципе, 105-й, который на самом деле даже ближе к 80-ке, чем к сотке. У 200-й серии все это еще усугубилось. Машина окончательно превратилась в экспедиционник. Для сурового оффроуда она слишком тяжелая, слишком длинная и слишком гламурная. Межколесных блокировок в гражданских версиях уже вообще нет, только электроника. Это если говорить об умышленном поиске приключений, потому что если их не искать, то сами они вас на этой машине точно не найдут. Поле переедете, вброд речку тоже, ну и из песка, я думаю, выкарабкаетесь, если взять маленькие диски и спустить шины, потому что на вот этих вот колесах хана. Ну что, фанаты VIP оффроуда, давайте насыпьте мне в комментариях, я готов. Итак, Lexus LX очень сложная для однозначной оценки машин. Насколько она крутая в одних направлениях, настолько же ущербная в других. Как бы ни пытался этот Lexus стать универсальным и современным автомобилем, ему это не особо удается. И тем, кто стоит перед выбором, придется ответить для себя на главный вопрос. Настолько ли востребованы для вас его уникальные возможности, чтобы заставить смириться с его недостатками? Это дорога H31 от Днепра до Решетиловки, и это самое масштабное строительство со времен трассы Одесса-Киев. Совсем скоро вся вот эта вот взлетка сомкнется с шоссе Киев-Харьков и сделает сообщение между Днепром и столицей максимально комфортным. Строительство таких дорог для LX все равно, что вырубка лесов для диких животных, но согласитесь, в нашей стране красная книга ему пока не светит. К тому моменту, как будет сдан вот этот вот участок, примерно через год по какому-то неписанному, но железному плану должна успеть развалиться трасса Киев-Одесса, да и Toyota, я думаю, успеет выкатить абсолютно новое поколение, как 200-го Land Cruiser, так и LX-а, которые научатся лучше выживать в каменных джунглях и на асфальте. Так что в любом случае, каким бы несовременным по своей сути не был LX, списывать его еще точно не время. Ну и на этом у меня все. Спасибо, что смотрели так долго. Очень надеюсь, что вы подписаны на наш канал. И тогда совсем скоро увидимся. Пока!